Кондитерок Устюг молоко знают все давным-давно. А сейчас производитель сделал вкусный наполнитель. Оцени скорей, дружок, сладкий вкусный творожок. 22 мая в Великом Устюге ожидается ночью облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 13, плюс 14 градусов. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Днем ожидается малооблачная погода, температура воздуха 17-18 градусов тепла, ветер юго-западный 6 метров в секунду.